Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество ваше. Владимирова, Евдокия Владимировна. Угу. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда вы родились? Я родилась 7 марта 1921 года. Угу. А в каком городе? Я родилась в деревне. В деревне, да? Деревня Пеньково называлась. Пеньково? Это Новгородская область. Великий Новгород, да? Который? А? Великий Новгород, да? Вот Новгородская область. Да, да. Угу. Демянский район. Деревня Пеньково. Угу. Спасибо. А вы в каком году на фронт попали? На фронт я попала, значит, в 42-м, угу. В июле месяце. В июле, да? Да, я год была дома. А демобилизовались? А демобилизовалась я. Как война кончилась? В 45-м, да? Да, в 45-м. Ну, май 45-го, да? Да. Угу. А на каких фронтах вы были? Я была фронт, значит, первый, это Ленинградский. Угу. Самая блокада была там. Мы в Москве, я в бабушкином саду находились мы в это время. И потом, значит, когда прорвали, вот был прорыв блокады, да, прорыв. После наша часть, мы поехали в Прибалтийский фронт. Фронт. Да? И мы в Латвии были, находились. Нет, в Эстонии сначала, а потом в Латвии. Угу. А в составе каких частей вы служили? Что? Части. В каких частях вы были? Соединение, часть вот... У нас назывался 84-й полк связи. Ага, полк связи. Это действующий, всегда у передовой. Угу. Потом что еще? А ваша воинская специальность, вы кем служили? У нас еще было даже в 84-м полку связи был пункт сбора донесений, назывался такая. Пункт сбора донесений, да? Пункт сбора донесений. Угу. Где мы, значит, принимали секретные пакеты и также отправляли пакеты. Мы. И потом мы работали экспедиторами, как назывался посыльный экспедитор. Мы эти пакеты, было так, чтобы могли сами разносить, угу. Секретные очень. И вот сказать вам или нет? Ну, рассказывайте, конечно. Как я вручала, как раз вот должны бомбить, бомбежка. Очень много самолетов, и вдруг это Еременко даже приходит, а мы были все во дворе, он приходит и говорит, срочно надо отнести пакет в штаб, секретный. Никто не идет, а нас было 11 человек, девочек, девчонок. И никто не идет, а мотоциклист он не хочет посылать, а вот кто-то должен пойти и отнести, что сохранит. Эта девушка лучше, чем это могут убить на мотоцикле. Ну, все, никто не идет, все боятся, потому что вот должно наступление быть бомбежка. Угу. Я, значит, выхожу, подхожу, говорю, что товарищ капитан, понесу я этот пакет. Ой, говорит, Владимир, говорит, я вам, говорит, даю мотоциклиста. Ой, я говорю, нет, с мотоциклиста меня убьют, и пакет я не вручу. А одна, я говорю, я вручу. Ну хорошо, меня отправили девчонки все. Тут были и девчонки, здесь были и парни. Вот это наши солдаты. И я побежала. Взяла этот пакет, значит. Ну, у нас были винтовки такие маленькие, наши карабины назывались. Карабинщики. Угу. Мы всегда с винтовкой ходили. Планшетка. В планшетке был секретный пакет. И мы ходили в гимнастерку защитного цвета и юбка черная. И были сапожки такие. Коротенький. Вот так я и помчалась. А был такой хороший день, солнечный, теплый. И я думаю, я говорю, я быстро, я говорю, донесу, говорите, идите. Меня отправил, и я побежала. Бежала, значит, а дорога такая вот, большая дорога, песчаная, и солнце. И мне, думаю, ой, и никого не вижу, все спрятались, потому что ждали вот этой бомбежки. Угу. Но я побежала, бежала, и вдруг сараи. Сараи, тут машин много, и я полезла под машину. Вижу, что уже самолеты вот-вот гудят.
Я, значит, под машину полезла и думаю, под машиной это, а меня так убьют. Я боялась за секретный пакет. За себя не боялась, а вот мне тут надо было очень вручить вот этот пакет. И вдруг какой-то там солдат вылезает, выходит из этого сарая, кричит, что полезла под машину, и меня за ноги вытащил. А я опять держу планшетку и думаю, господи, как бы мне не взял этот билет. Ну вот, и вытащил меня, все говорят, а вы, я говорю, вы вот в сарае, а я буду здесь. Он говорит, если хотите, идите в сарай. И потом самолеты потихоньку-потихоньку они улетели. Ну, думаю, все, теперь я побежала. Я уже не пошла по дороге, а это, повернула, там много очень было, вы знаете, вот полосы называются, вот полосы, где все растет. Там и рожь, и там и пшеница. И вот и думаю, я пойду, вот, но я не пошла. А я легла и вот так ползла, как говорят, mm-hmm. по-пластомски mm-hmm. это называется. И вот я 6 километров, мне надо было еще доползти, чтобы пакет сдать. Вот я ползла, ползла, я вся перецарапалась, а колосья такие большие, вот как хлеб продают, вот ржаной. Там такие вот колосья, mm-hmm. такие прямо это. Большие. Я поцарапала все ноги, у меня ноги все в крови, и сама и руки в крови, но планшетку держу, думаю, нет, и я поползу, я доползу до этого, до штаба. И я, значит, ползла, но потом все прекратилось, эти гудки, все шум, и смотрю, уже как-то все зашевелилось, эти, народ стал вылезать отовсюду, и я уже побежала. Прибегаю в штаб, а я штаб знала, где я уже там была, uh-huh. в этом штабе, я тоже когда-то носила пакет. И вот приношу, да, что я на улицу, это окно, я подхожу к нему, говорю, здравствуйте. Я говорю, я вам пакет принесла секретный, ой, давайте скорее. Я ему подаю пакет, он расписался мне и говорит, вот возьмите. А сама вот так немножко юбку подняла и думаю, а да, я еще в речку зашла, умылась, вот вымыла эти ноги, руки, думаю, хоть так как в крови-то не ходить. А он посмотрел и говорит, знаете что, говорит, вас надо наградить. Я говорю, не надо, мне надо награждать. Я говорю, я очень рада, что я вам вручила пакет. Он сказал, нет, нет, я говорю, сейчас в часть позвоню, говорит, и он говорит, надо обязательно наградить. Ну вот, я вручила. И пошла, значит, домой, прихожу, выхожу на опять на дорогу эту, на эту большую, и вдруг передо мною развернулся этот мотоцикл. Я говорю, и он ко мне подъезжает, я говорю, чего? Он сказал, что говорит, а я приехал за вами. Меня, говорит, послал капитан Еременко. А я говорю, а зачем? Я говорю, я теперь дойду. Нет, говорит, садитесь, там, говорит, ждут вас, говорит, целый двор. Елки зеленые. Mm-hmm. Жду, что я вручила или не вручила. Или жива, или не жива. Я, значит, это, он меня довез, развернулся в заборе. А было столько много, это да, целый полк. Я, значит, вхожу, все, кто плачет, кто смеется, улыбается. И меня как взяли вот эти все ребята, которые были посильнее, и стали меня качать. А я преподнесла этому Еременко пакет, ну, эту труп. Как он называется, ведомость, вот это, что расписано. Ну вот, и так вот меня они встретили, награждать, а на это долго рассказывать. Ну все, позвонили, уже позвонили нашему старшине, нет, не старшина, а старший лейтенант. Позвонили, что надо ее наградить, одевайте, и будем награждать вашу, значит, вот. Ваших солдат. Евгения Владимировна, а за что вы были награждены и какие вы имеете награды? Вот меня и наградили. Угу. Вот я наградили как раз, вот я переодели, тут же меня повезли на площадь, а на площади стояли одни парни, а я одна в другой стороне. И вот здесь нас награждали, там 6 человек было под ней, угу. а я одна. И меня наградили вот здесь вот за боевые заслуги. Угу. Медаль за боевые заслуги. А какие вы еще имеете награды? А потом у меня за оборону Ленинграда. Я была всю блокаду почти в Ленинграде, вот в этом, на Ленинградском фронте. Ну, угу. меня так-то много уже гражданки награждали. А на войне вот и за победу в Германии. За победу, да? Вчера получила, нет, в пятницу получила медаль.
уже. Это юбилейная. Да, юбилейная. А, так много мне орден Отечественной войны у вас есть? Наверное, я уже не помню. У меня много медалей, много вот этих. Почти, я не знаю, все время награждали. Ничего не проходило так, чтобы меня не привезли бы мне медаль. Спасибо. Евгения Владимировна, а давайте... Евдокия Владимировна, давайте вспомним предвоенные годы. Вот скажите, ждали вы войны или не ждали? Верили, что она будет, или не верили? Нет, не ждала. Не ждали, да? Не ждали. Вот каковы были ощущения? Расскажите. Как-то мы, даже у меня брат здесь был, в Ленинграде. Мы с братом поехали в отпуск к родителям вот в эту деревню. Угу. Брат был женатый, но он поехал с тобой без жены. У него была девочка, это дочка уже. И мы поехали. Я не знаю, сколько мы прожили там, и вдруг повестка брату, значит, на войну. Его забирают прямо и уводят, и я остаюсь одна. Но я провела там отпуск в деревне, а потом меня отец отвез опять на станцию, и я сюда опять после войны. И вот после войны я находилась целый год, как вот эта война началась. И я еще год находилась, меня не брали. А потом вот через год мне прислали повестку. А как вы узнали о начале войны? Чего? Вот о начале войны как вы узнали? А я узнала, что там все плакали, которые уходили, там эти сыновья или мужья молодые. Я узнала то, что меня брата забрали. Брата забрали сразу же. Так объявили войну, так брата забрали, и так и мы больше не встретились. Его в первых боях даже и убили под Севастополем. Да. Но вам это люди говорили о начале войны? Или вы по репродукторам слушали? Как? Когда я там жила, вот в деревне, да. Мы узнали то, что повестку прислали, сказали, что это началась война. Угу. Ну и вот, и, значит, повестку вручают брату. И он уходит. И так и больше его и не встретили. А вот в то время вы могли предполагать, почему началась война? Вот как вы думаете, каковы были причины, вот почему все-таки началась война? Тогда вы об этом не думали, да? Я не думала, конечно. Угу. Что будет война. Угу. А вот речь Молотова 22 июня вы слышали? А? Речь Молотова, Сталина, вы слышали? Разговоры, когда они говорили, да? Да. Ну, я слышала, но я не помню. Не помните? Ну, может быть, вы помните ощущения, которые отложились после услышанной речи? Может быть, у вас дух прям вот такой вот, знаете, мужество проснулось, что все-таки надо, победа будет за нами. Вы помните ощущения, которые вот, когда Сталин... Ну, конечно. Угу. Вот какие у вас были ощущения? То, что мы все равно победим, и как-то, как я думаю, сильнее всех думала, ну, молодая так же была, да. Но мне уже 20 лет было. 20 лет было, да, уже? Все, вы до последнего верили? Ну, до 42-го года. В 42-м году меня забрали, мне было 20 лет. А вот расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы были призваны в действующую армию. Вам пришла повестка, да? Как? Как вы были призваны в действующую армию? Вы рассказывали, что вам повестка. Мне также повестку. Да. Прислали повестку. Угу. А дальше? Явиться туда-то, туда-то. Ну вот, и повестку, значит, я получила. Я жила в общежитии. Ну, у меня еще сестренка была. Это жила на московской сортировочной. И вот так с этой повесткой дальше оставила сама, оделась и пошла. И пошла в эту, вот, куда призывали. Призвали, наверное, меня в московский этот банкомат, московский. Я тогда в московском районе находилась. Ну, дали мне направление, значит, и я в часть. Или куда? Не в часть, а сначала надо было
Ой, было такое интересно. Значит, надо было в бане помыться. А я одна, а остальные все были мужчины. Я банщику говорю, что я не пойду в баню. Он сказал, я вас не одену. Тут уже приготовили мне одежду. В бане надо одевали военные. А я говорю, я не пойду в баню. Он сказал, пойдете, я вас где-то одевать не буду. А при том, я говорю, так сделаю, что вот вас никто не увидит. И все-таки мне пришлось идти в баню. Ну, как-то мужчины были в стороне, далеко, а здесь как у двери была раковина, и здесь же можно сразу было поставить таз и помыться. Ну, так вот, и как-то я их не видела, меня одели. Ну, потом он одел этот банщик, ну, я сама одевалась, но он только дал, выдал мне эту всю одежду. Ну, и потом, значит, машина подошла, и нас повезли. Мужчины были такие, которые не первые, вот не взяли, они были, как назывались, белвилетники, больные. Ну, что-то их не призвали. Вот я с ними попала. Ну, а потом, не знаю, как там, рассортировали нас всех. И потом нас было, этих девушек еще привезли откуда-то, нас было 11 девушек. А вы сразу же попали в полк связи, да? Да, полк связи сразу. Но там была часть. Ну, у меня есть документы. Евдокия Владимировна, а вот расскажите, пожалуйста, вы нам уже рассказывали один из случаев передачи секретного письма, а может быть, у вас еще какие-то случаи были? Может быть, вы участвовали в каких-то операциях специальных, спецназначения? Расскажите нам о том, что вы делали. Что я делала в войну? Да, ну да. Много было работы. Вообще не всех, но меня как-то, я не знаю, меня, значит, я чуть ли не на колени вставала своему этому старшему лейтенанту. Он мне сказал, Владимир, он говорит, я вас, говорит, хочу, говорит, послать учиться на шофера, потому что на передовой нет шоферов. Сейчас одну секунду. Кто? Так. А, это на завтра. Да, дальше. Это на завтра. У нас, говорит, нет шиферов. На передовой нет, говорит, шиферов. А я говорю, да вы что, я не могу так срочно вот попасть сразу. Он говорит, вы учитесь, и мы, говорит, вас, говорит, отвезем. Но я уже, по-моему, попала в Эстонию. Уже после вот это, меня послали учиться. Ну и что? И пришлось, меня повезли в Ленинград. И учиться на шофера. Я кончила курсы, по-моему, 3 месяца я училась. И я бы получила хорошие, вообще, я водила машину очень хорошо, и грузовую, и легковую. Но такое случилось, уже сдавала я экзамен. Отдавала я у завода большевика. Вот здесь я училась и сдавала экзамен. Ну, так получилось, что вот сначала вела я машину грузовую. Ну, на стартер нажимаешь, так, это медленно, и она идет хорошо. Но потом он говорит, вот хорошо, говорит, вы, говорит, получите хороший документ. Мол, это первого класса. А потом, значит, он меня пересадил на легковую. Но я нажала стартер как на грузовую, так и на легковую. Но у меня легковая, конечно, легковая машина прыгнула, и он ударился прям в потолок головой. И говорит, ну вот. Хотел, говорит, вам документы хорошие дать, а теперь, говорит, я не могу. Вот, и, говорит, у вас будет права, по-моему, 3-го класса. Какие самые маленькие, 3-го или 1-го? Я не знаю, я уже не забыла. И он дал права мне. Ну вот, и меня уже, я когда приезжаю в часть, мне там говорит, ну вот, хорошо, говорит, это, будете, говорит, работать шофером, я говорю. А потом учили нас еще в школе, чтобы вот отремонтировать машину, но очень так было скоропостижно, что это я и не научилась там хорошо. Но все равно я приехала, значит, права, говорю, вот у меня права этому, а он мне говорит, ну вот, а я говорю, нет,
старший лейтенант, не посылайте меня туда. Я говорю, у меня мало очень опыта это отремонтировать машину. Я говорю, ну что, я говорю, буду водить, а если, я говорю, спортится, что я буду делать? Он мне сказал, что с вами будет стажер. И он говорит, вам поможет все. Но никак. Я уж потом чуть ли не на колени вставать хочу, и ему, чтобы упросить, чтобы он меня не посылал. Я говорю, ну оставьте меня в части. Я говорю, я не могу, я говорю, на машине. А я и не хотела шофером вообще. Угу. Как-то у меня не было призвания этой шофером работать. Но он мне сказал, хорошо, Владимир, оставляй вас. И он меня оставил в части. А потом я сколько мучилась на гражданку, когда уже пришла. Меня нигде не берут, нигде не принимают. Почему? На работу. Шофером. Ну, там уже в документе было, что я шофер. Вот, я никак не могла, ну, еле-еле я уже на завод поступила. Uh-huh. Там такие вот, назывались опоки. Паковала вот такие вот к самолетам топорики. Но потом я заболела. Заболела, и я ушла с этого завода и уволилась. Но после мне надо же работу найти, много рассказывать. Uh-huh. Ну, нашла. Uh-huh. Я не нашла, а просто мне сказали, хотите, вот я все искала от них, хотите в типографию пойти работать, я говорю, так я говорю, я ничего не умею. А вы, говорит, научитесь, поучитесь, и будете в типографии работать. И у меня вот девиз, детская типография, здесь она, по-моему, Московского вокзала, я уже не помню. И я вот это поступила и, значит, училась, я не знаю, я училась мало, по-моему, даже полтора года, наверное, только на наборщицу. Угу. И я работала наборщицей. Работала год. Угу. Евдокия Владимировна, а вот расскажите, какая минута, может быть, день или события были самыми тяжелыми и трудными для вас в годы Великой Отечественной войны? Что? Когда вам было труднее всего? Может быть, вам было труднее летом, зимой? Вот с какими бытовыми трудностями вы сталкивались? Ну, трудности какие были нам, вот, если нас перевозили с места на место, то нам где-то надо устроиться было жить. Угу. У нас все-таки был с собой вот этот как ее назвать, помещение, где мы вот эти пакеты принимали, мы работали. Но было трудно то, что вот как мы переезжали, палатки натягивали. И вот плохо то, что было вот где-то было ночевать или переспать, или вот это плохо было. Uh-huh. А так что, ну, плохо моменты были очень тяжелые, когда меня посылали, значит, охранять военные склады. И далеко меня отводили, и я еще молодая, спать хочется, да. И я, значит, такой большой склад очень, и такое место темное, и там где-то лес был видно. И меня вот поставили вот здесь и сказал, пароль мне сказал какой. Значит, говорит, вы будете спрашивать, если к вам будет кто подходить, вы должны в первую очередь пароль спросить. Угу. Он мне сказал, ну я так с винтовкой и стояла. Стояла, уже ночь подошла, ночь, а спать хочется, не могу. И я как-то на колени вот так присела, держалась за эту винтовку. И вот вдруг, значит, ко мне приходят. Но я не слыхала, как ко мне подошли. Подошли два, которые проверяют, посты ходят. Два человека подошли. Ну, я проснулась и смотрю, думаю, Господи, он мне сейчас попадет теперь. За то, что я спала. И когда, и говорит, ну, пароль, говорит, спрашивайте, у нас пароль. Я спросила, он говорит, правильно. Он тогда и говорит. Ну что же, говорит, я говорю, ребят, не говорите никому, что я спала, потому что не говорите моему начальству. Потому что я говорю, это мне губах-то грозит, вы же знаете. Uh-huh. Он сказал, а они промолчали, ничего не сказали. Только сказали, больше не спите. Uh-huh. Ну и... не сказали, не рассказали. Нет, не сказали. Uh-huh. Но было другое. Вот это я все хорошо. А вы знаете, когда вот меня наградили, я не сказала, меня вызывает старший лейтенант, не вызывает, а идет мимо меня так быстро и навстречу. Я ему должна, мы начальство всегда приветствуем,
Вот. А я была без билета, но без головного убора. Угу. Я его поприветствовала. Он мне ничего не сказал. И вдруг этот старшина прибегает к нам и говорит: Владимир, говорит, вас, говорит, вызывает старший лейтенант. Ой, думаю, зачем же он вызывает? Меня вчера награждали, а сегодня что-то он вызывает. Вызвал меня и говорит: нет, не так. Он сказал, что он говорит, вам дал, вот он вам дал трое суток вахты, что вы его, говорит, поприветствовали без головного убора. И вы знаете, что они мне дали? Потому что это что он дал мне? Не он, а там нашли мне место. Курятник, вот такой маленький, низкий, и сидеть надо трое суток. Я вошла в этот курятник лето, это днем, иду посмотрю, что там. Я посмотрела, там кур, конечно, не было, потому что там не было и людей в этом в селении, где мы находились, они их выселили. И вот я думаю, Господи, ну и подумала, что я буду здесь днем, а ночью я буду выходить на улице, находиться. Ну я там вот так и решала. А потом вдруг и думаю, кажется, так старший лейтенант, меня вчера наградили, а сегодня он мне дал гопфахту. Как так можно? Сама себе. И вдруг старшина наш приходит и говорит: идите к этому, к старшему лейтенанту. Я, значит, вот такая дорожка такая красная, длинная, в кабинет, и к нему идешь, и всегда идешь приветствуешь. Подхожу мне и говорит: я снимаю с вас гопфахту, передайте своему старшине. Я подхожу и говорю, что он вместе снял с меня, я говорю, этот арест. И вот так я не сидела, ни разу не сидела. Но сам старшина мне давал. Я у мужчин мыла и полы. Я у мужчин, что только, и за обедом им ходила, за этим, за кашей. Потому что вологодский парень, он хотел со мной вообще пообщаться. А я не разрешила. И он на меня всегда вот так вот злился. И вот я даже мужчинам приносила каши, сколько, и себе. Он, не ходили девчонки, а у меня все, пойдет Владимир, он принесет 11 этих котелков. И вот я ходила и приносила, и полы мыла у мужчин. Думаю, все сделаю, но мне никто не нужен. Евдокия Владимировна, а вот давайте вспомним осень 41-го года. Слышали ли вы тогда что-либо о положении под Москвой? Когда враг подошел вплотную к столице, какие чувства вас переполняли тогда? Слушайте, радио я помню. Не помните, не да? Помню. А вот контрнаступление под Москвой, когда враг уже стал отступать. Уже потом стали как-то узнавать и по радио, и так что... Ну вы радовались тому, что наконец-то враг отступает? Ну а как же, конечно. И вам, ну, вам передавались, да, сообщения? Да. А вот расскажите, пожалуйста, о своих командирах. Что это были за люди? Были ли они добросовестные, честны с вами? Да, да, да. Вот я говорю, вот этот Вологодский, рыжий, как я его делаю, светлый, нет. Думаю, нет. А больше так вот старший лейтенант, который меня послал учиться, я очень была такая из деревни, я очень, мы только 3 года жила в Ленинграде. А также я была в деревне, и я ни танцевать не умела, еще ничего. А сидела, читала книжку. И вот это, девчонки все уходили. Одна была девочка, не девочка, была уже женщина, ей много уже было лет. Она курила. Ну, там она не одна курила, еще курили. И вот, значит, он приходит ко мне, я одна сижу и читаю книгу. Он мне и говорит: идемте, говорит, на танцы. А я говорю: я не умею танцевать. Я научу, пойдемте. Я не пойду никуда. И я не пошла. Угу. Не пошла, а осталась опять читать книгу и никогда не ходила на танцы. Вот и меня и здесь приглашали уже на танцы, когда я пришла с войны, и здесь меня приглашали, я там отдыха. Весь этот Санкт-Петербург даже теперешний проехала. Я в эти годы была, и можно было танцевать рукой. Но я была такая вообще. Ну, такая, можно сказать, не развитая, как вот городская. Я была очень такая застенчивая, я была
Скромная, да, вы были? Скромная очень даже. Ну, все-таки... Я вот что-то все боялась. Ага. Нет, нет. И думаю, все. А ведь у нас девчонки, только мы остались, сколько нас осталось. Одна уже была замужем, а вторая... Мы остались двое. Вот я потом к этой ездила, она продавец, и я к ней ездила, я замуж вышла, и это сама приезжали вот за лезвием, за заграничным. И я к ней все приезжала. Вот мы с ней вдвоем остались только. Остальные все были демобилизованы домой. Ну, по беременности. Они все влюблялись, и в них влюблялись. Девчонки были все красивые. Вот один, так я одного, даже вот этого Еременко, который меня посылал с пакетом, я же с ним даже пообщалась и разговаривала. Я говорю, как можно? У нее, я говорю, матери нет, с отцом, я говорю, живет. И вот зачем это делать? Ну, а что, говорит, делать? Ну, все равно, говорю, вы же не женитесь на ней. Ну, что, говорит, Володь, мы молодые. И вот так, девчонок. Я не смогла, я все думала, что нет. Я лучше там, в Ленинграде, лучше в Ленинграде выйду замуж. И не разрешила ни с кем мне. Потом еще один мне присылал, а я пошла с ружьем к нему и думаю, он был у нас начальником на пункте сбора донесений, Андрей, украинец. Он тоже мне это как-то переслал ко мне, чтобы я пришла туда. Но мы ходим на точки. Мало ли что там нас это посылают. Я прихожу, но взяла винтовку. Думаю, если ты... А там никого нет. Он один сидит вот, и там тоже что-то было. Он, значит, у меня был карабин. Я думаю, пойду с карабином. Я взяла винтовку и пошла. Прихожу, говорю, зачем меня звали? Ну, сказал, конечно, как молодой, так. Я говорю, если меня сейчас... Нет, он где-то был, как-то получился, что он в яме в такой был. А я ей говорю, вот сейчас из ямы вылезешь, я говорю, я тебя застрелю. Вот я говорю, только вылези. Я боялась, что он вылезет из этой ямы, какая-то глубокая, что он там делал, не знаю, что там такое. И он меня звал туда, в эту яму. Я говорю, ой, боже мой, пойду я в яму. Нет. А если, говорит, сейчас ты вылезешь ко мне, я говорю, я тебя прямо вот и застрелю. И взяла, зарядила сразу карабин свой, чтобы он напугался. И так вот я была. Были такие попытки, но никто ничего мне не достал. Евдокия Владимировна, а вот расскажите, пожалуйста, как вы сами относились к личности Сталина? Кому? К Сталину. Как вы относились к нему? Вот в военное время. Ну, конечно, я относилась, что... Мне он не нравился. Как вот меня сестра моя совсем не такая, говорит. Ну почему? В то время, может быть, даже и относились неплохо, потому что как-то... Я не знаю, как объяснить. Но вообще прививали любовь тогда. А? Вообще тогда прививали любовь. А вот как вы Сталину уважительно относились или... Как? Ну, в то время мы были такие молодые. Но я уважительно, конечно, относилась. И я не так, чтобы вот... Я такой человек, что вот я уважаю всех очень, вот, как-то признательна такая, что меня как-то все полюбили, любят. Вот по сие время, как сказали, во весь... Вы у нас одна на весь дом. Вот такая женщина. Так все часто я слышу, говорят, но вот эти, не знаю, и раньше меня только вот, меня везде только любили. Вот меня не было ни врагов, никого, а вот работала я в этом, в медицине последние 30 лет без выхода. Я работала сельхозяйкой. И 15 лет я, ну, не домработница, а жить было негде. Вот в деревне находилась. У меня еще, вот и у меня сердечно-сосудистое заболевание, так мне послал доктор в деревню, если, говорит, я вас увезу сама, иначе вы помрете.
И там меня все любили. И вот 15 лет в этой семье прожила. А в семье был вот хозяин дачи, была, потом у него был сын, невестка и две внучки. Они все уходили, а я была вот с внучками и там помогала. У них очень большой был сад. Но то, что я там была, хоть все покушали, все было у них. И там сразу выйдешь и за грибами ходила, близко, и за ягодами. Так что я такая вот человек, как меня, и здесь меня все полюбили. А вот на фронте у вас сослуживцы были ребята других национальностей? Вот вы как с ними, ладили или нет? Напротив, это где? Нет, у вас в части? Так. Были ребята другой национальности? Нет. Не было, не да? Было. А вообще, как вот у вас тогда относились к ребятам другой национальности? Были ли какие-то проблемы на национальной почве или нет? Ругались, нет? Нет, нам не было время этим заниматься там с этим. У нас была работа своя, мы работали. И потом меня вот это... Где-то я находилась всегда, меня больше всего ставили в такие места, где бы я вот что-то такое... Даже один раз никого не послали, один человек. Нет, все-таки меня взяли, значит, своим карабином и поставили на... Это был, по-моему, третий или четвертый этаж. Это мы уже в доме жили, это было в Латвии. И поставили, на час должно было проходить, и меня вот поставили, ну, такое место, что мимо меня проходит, и должна приветствовать вот этой своей винтовкой. И вот все начальство проходило. Меня такие все места, где-то меня все поставят, что... А была такая вообще, мало уж не разговаривала. Я мало уж не разговаривала. Но я была там, где все были грамотные девчонки. Они-то же были все боевые. А я вот такая была. Можно сказать, что, конечно, я мало общалась совсем. Не было никого. А вот как вас люди встречали в освобожденных городах и селах, когда вы приходили? Как вам люди относились из населения? Население? Да. А там что-то было вот на войне? Да. А да. Там их было и не видно никого. Никого, да? Да. Но были ли случаи, когда вас кто-то встречал? Нет, были случаи, здесь встречали. После войны. А там нет. Там наоборот, меня как-то вот увидят, что я или прохожу, что вот женщины на своих огородах обязательно попросят меня подойти, и они мне с огорода что-нибудь дают, зелени, эти эстонцы и также и латыши, и латвийцы. Все как-то относились очень хорошо. Очень хорошо, да? Да. А там ребят как-то и не было их. Я не знаю, что-то было их и не видно. Ну так вот я имею в виду, что население, значит, к вам да, очень доброжелательно относились, доброжелательно, да? Очень даже. Я бы не сказала, что говорят, вот такие эстонцы, вот такие латыши, латвийцы. Ну, я ничего не замечала. Наоборот, как-то... Да. И когда я вот демобилизовали меня домой, то эта женщина приходит ко мне и говорит, несет много-много чего-то. Я думаю, Господи, что она несет? Я, говорит, вам хочу подарить. Я знаю, что у вас там уже ничего нет в Ленинграде. Она мне дарит, значит, материал такой на осеннее пальто. Потом материал дарит на платье. Потом что-то она мне еще. Она, в общем, целый такой большой мешок мне подарила. Всей вот такой одежды новой. Все новое. Я еще пришла, и мы с сестеркой пошли, заказали сразу мне эту пальто сшить. А здесь у меня в общежитии сгорело, и у меня ничего не было. И вот пока немножко вот этим одевалась. А потом меня еще обокрали. И я, да, меня еще там же, вы знаете, я вступила в партию. Сразу меня это самое, когда наградили, и я была партийная. Но я так случилось, что я билет сожгла. Ой, это говорить нельзя никому. Как я была сестренкой, я приехала и ей, я говорю, сожгу я его сестре прямо в печке. А за что? Первый, конечно, раз, как я пришла,
обратилась, что меня вот никого нет. Меня сами спросили, этот секретарь. Я говорю, у меня ничего нет. Я говорю, у меня сгорело общежитие. Я говорю, у меня ничего нет. Вот пришла во всем военном. Вот они мне здесь помогли. Mm-hmm. Они также мне купили тоже на пальто, купили и там еще чего-то. Но случилось такое, что нас, девчонок, всех отправили полоть. Вот полосы полоть, там вот траву вытаскивать там. И нас много было, на машине увезли. Это было вот типографии, по-моему, уже вот. Вот здесь вот мне не помогли. Я обратилась к секретарю, а я говорю, у меня деньги, я говорю, не украли, а вот карточки украли. А у меня, я говорю, никого нет, я говорю, мне никто не поможет. Вот что мне делать? Они мне так сказала, секретарь. Знаете что, говорит, теперь, говорит, молодежь вся, у нас к нам приходит и, говорит, берут по второй карточке. Ну, я говорю, я говорю, ничего, никакой карточки нет. Деньги, я говорю, лежат в кармане, а все сбрасывают эти свои курточки или там чего-то. И у всех были в карманах там эти карточки и деньги. Я когда взяла, я там обыскала всю полосу, где мы пололи эту траву, вытаскивали, думаю, может быть, где спрятали. И ходила, нигде ничего не нашла. Ну, что мне решать? Решать надо или, значит, уезжать совсем в деревню жить, или поехать к маме, может быть, мама чего-нибудь мне даст какие-то деньги, чтобы мне купить карточку. А карточки покупали на кузнечном рынке. Я приехала, вот там я и билет сожгла. Раз не помогли, и я рассердилась, и билет взяла и сожгла в этой печке. И вот и обращаюсь и говорю, мама, вот так и так получилось. Вот доченька сейчас говорит, я, говорит, все, говорит, наищу, говорит, и поеду продам, все, говорит, и деньги, говорит, какие-то будут, и ты купишь, говорит, эту карточку. Она вот когда брат ушел, он же все оставил свое. А приехал в отпуск, у него был и костюм хороший, там что-то было. А потом и раньше что-то там у мамы было. И она это все взяла и в город свезла, и мне дала денег. Дала денег. А тогда стало 28 рублей, по-моему, карточка стоила. И я у них пожила немножко, вот, и деньги взяла и поехала. И купила карточку, прикрепилась сразу. И стала жить. Вот так, вот такое было. А карточка, когда она взяла этот билет, у меня сестра стоит, дергает меня за руку. Пустя, ну нельзя, тебя ж посадят, ты в тюрьме будешь сидеть. Пускай посадят, но я говорю, я так сожгла. А потом мне секретари посылали меня, к ним звали все по повесткам. Я работы меняла, думаю, господи, может быть, здесь меня не найдут. Мне все равно не находили, мне посылали эти самые повестки, и я приходила, они меня все упрашивали. Но не знали, уже не первый раз вызывает примерно один секретарь. Мы, говорит, все знаем, говорит, вступайте обратно, мы опять вас принимаем. Вот, и говорит, и это, восстановим, вас восстановим и дадим вам билет. И все взносы было бы, надо много платить. И взносы, говорит, уплатим. Я говорю, не пойду я больше в партию. И так я и ушла. Евдокия Владимировна, а давайте вернемся все-таки к военному времени. И вот вспомните, пожалуйста, ваше отношение к немецким солдатам. К местным солдатам? К немецким солдатам. Вот как вы к ним относились и как вы их воспринимали? Мы с ними не встречались. Не встречались. Ну а вообще, вот вы понимали, что ваш противник, немецкий солдат, как вы к нему относились, вот даже интуитивно? Вот чувства, какие у вас к нему были? Ну, я не... Как-то мы их и не видели. Ну, я понимаю, что вы их не видели, да. Мы их не видели, как-то этих солдат. Но вам было безразлично или какая-то ненависть была? Ну что вы, как безразлично, нет. Мы вообще, мы их ненавидели, вообще ругали их. А так мы с ними встречались. Угу. А встречи у нас с ними не было никогда, нас не выпускали никуда. Мы же не ходили так свободно, угу. Никуда. Мы все время были при своей части.
А вот отдых на войне был? Вы отдыхали, видели ли какие-то концерты, театры ходили? Нет? А, концерты были. Угу. Вот это в клуб ходили там вот на танцы. Но я обратно на концерты не ходила. Я никуда не ходила. Вы все время в части находились? Я все время была дома. Все время была в части, сидела и читала книжку, думаю, не пойду никуда. А вы помните? Я боялась. Ага. Я боялась, думаю, где-то меня там схватит кто-то. Нет, я вот именно боялась вот этой интимной жизни, думаю, меня испортят там. Нет, не пойду, я буду лучше дома. А свое начальство как-то... Как-то ему хватало вот этих, наверное, 11 человек, которые с ними решили. А обо мне они уже слыхали, что никому, никуда. А вы получали известия из дома? Вот письма писали домой, из дома получали? Да. Да? Да. Вот мне письма, когда меня вручали медаль за боевые заслуги, и написали письмо. Написали три письма. Значит, мне дали в руки на работу. И письмо, значит, в деревню, и три письма. И все, я когда послала в деревню письмо это, так там, говорит, все собрались, говорит, так плакали, написали очень красиво. Вот что я вот такая-то, что я вот забыли заслуги наградили. И, в общем, все в хорошую такую. Так вот, мне сестра говорит, так все, говорит, плакали. Я, говорит, читала им письмо это. А вот третье письмо куда же? А вот вспомните, пожалуйста, День Победы. 9 мая 45-го года. Где вы находились? Что вы делали? И что вы чувствовали в этот самый трогательный момент? Конечно, нет, что чувствовать можно было. Были все рады. Это же было очень давно. Вы знаете, сколько мне лет? Мне же 88. Вот пошел 89-й, был день рождения 7 марта. В прошлом году я отмечала. Отмечала, как только твое начальство было, так вот, сестричка там. А нынче я так плохо почувствовала, у меня очень еще суставы больные. И ты еще сердечно-сосудистый, у меня так голова болит в другой раз. И давление подскакивает. Я вот бывает, что через день от давления принимаю таблетку. И я нынче не стала. Наверное, спрашивают, День Победы 45-го? Да, конечно, в 45-м году День Победы. Как где в Питере, вы отмечали? Где вы были в это время? И как это восприняли? Вот, я разве могу вспомнить? Девочки, ну где? Это же очень далеко. Вы не помните, да? Нет. Где? Ну, помните, что было радостно, да? Ну, конечно, ой. Я не знаю, было, конечно, радостно очень. Это, я, ну, когда кончилась война? Да. Мы еще были на местах. Вы еще в части были, да? Были очень рады и плакали. И потом я думала, куда мне поехать, у меня нет жилья. И что-то было. Радостно то, что кончилось. Ну и тревога была, да, в душе? Да. Угу. Ну, все равно. Поездом у нас видел это. Я ехала поездом. До Ленинграда. Ну, в Латвии все хорошо относились. И там как-то не было таких вот скандалов даже со своими ребятами. Не было. Назначил меня этот... Старшина пошла, я сделала. Я очень такая, можно сказать, не буду ругаться никогда. Я лучше сделаю все. А у меня врагов нет. Нет и не было. И даже вот на гражданке сколько живу. И здесь. Здесь меня только хвалят. Вот попала, правда, мне соседка не очень хорошая. А так все ко мне относятся, все хорошо. Это очень хорошо. Спасибо вам огромное, Евдокия Владимировна. Мало сказала. Да нет, все было очень замечательно. Спасибо вам огромное за очень интересную вашу историю. Вот. Всего пожалуйста. Вам доброго и, главное, вам здоровья. Пожалуйста. До свидания.